Смотри на него, блин, а ну надо сфоткать его. А где он? Я ищу двоих мальчиков. У них день рождения прямо в Хэллоуин. Если бы вы мне помогли, я был бы очень признателен. Мы таких не знаем. И вообще, почему мы должны помогать тебе? Итак, двое мальчиков. Мне они очень нужны. Но не они, а их души. Почему он замолчал? Так, я смотрю, и в ваших душах полно тьмы. Ну что ж, мои маленькие друзья подождут, пока не исполню все ваши желания. Когда предвестник бури обещает вам надвигающуюся беду, не стоит смеяться над его словами. Но разве дети когда-то слушаются? Уилл Хэллоуэй и Джим Найджет ничем не лучше остальных. За полночь после пророчества продавца молниеотводов ребята покидают свои дома, чтобы посмотреть на приехавший в город бродячий карнавал, который этой осенью прибыл очень поздно. Оказавшись на месте, дети с удивлением замечают, что палаточный городок уже возведен, словно по мановению руки. Это еще больше раздувает их тлеющее любопытство. На следующий день они находят в зеркальном лабиринте свою учительницу, таинственным образом напуганную до дрожи. А после становятся свидетелями того, как мой дорогой друг мистер Кугер с оборотом нашей чудесной карусели становится 12-летним мальчиком. Вскоре, не без моей помощи, большинство жителей городка Гринтаун узнают, что могут вернуть себе былую молодость за крохотную цену. Но эти дети, им все не имется. Что ж, их предупреждаю. Где мои друзья? Какой аромат. Ты меня слышишь? Скажем так, они решили покататься на карусели. И теперь три чайные ложки твоих друзей неплохо сочетается с кофе. Ты монстр. О, так говорят все, кто меня не знает. На самом деле, я чистое зло. Что у нас здесь? Надвигается беда. Рэй Брэдбери. А ты знала, что в оригинале это название взято из четвертого акта шекспировской пьесы «Макбет»? Поэтому при переводе на русский оно не раз было переведено по-разному. Мой любимый заголовок – «Тень грядущего зла». В 1955 году, как сейчас помню, автор попросил своего друга, чтобы он нашел киностудию, которая бы помогла снять фильм по его сценарию. Но тот не справился, и автор переделал свой 80-страничный сценарий в книгу. Нил Гейман. Стивен Кинг не раз отражали это произведение в своих книгах, таких как «Ловец сновидений», «Оно» и «Американские боги». И знаешь почему? Из праздного желания. Может, у тебя есть маленькое желание для меня? Будучи еще юным, я постоянно получал отказы. Но продолжал писать короткие рассказы каждую неделю. Миллионы миллионов слов. Эти отказы со временем уже перестаешь замечать. Они только на мгновение ранят тебя, но твое эго не дает тебе остановиться. Ты думаешь, работы и правда стоящие. Почему издательства их не хотят покупать? Какие они глупые, что не замечают моего гения. Одной продажи в год было достаточно, чтобы еще год творить. Постепенно, одна за другой, работы начинали продаваться. И с каждым годом их число только увеличивалось. Жаль, что сегодня люди считают, будто фантазировать — это зло. Потому что я всегда говорил, что способность фантазировать человеку жизненно необходима. Она позволяет расти над собой.
сказал, что от тьмы есть лекарство. Рэй Брэдбери напрасно считал, что она вам под силу. Люди слишком слабы, чтобы справиться с ней. Люди словно тонкое пламя в ночной мгле, которое верит, что его свет способен растворить кромешную тьму. Но вся проблема в том, что вы дрожите от малейшего ветерка. Я не прощаюсь.